Вот они первые пошли шелушенки после солнечного ожога. Начал облазить лоб, просто вообще жутко шелушиться. И шелушиться нос. И вот это место было очень сильно красное. Сейчас уже как-то немножко подуспокоилось. Мажу пантенолом. Вот, ну, будет самая загорелая моська. Да, лоб-то, конечно, вообще просто... Ужас. Сходила немного, поскрабила кожу. Есть у меня вот такая миниатюрка. Это Baking Powder Etude House. Прям такая клевая штучка. Очень хорошо отшелушивает. Там такие мелкие-мелкие скрабирующие частички соды. Вот, и нанесу сейчас пантенол. Он успокоит кожу, и сделаю сверху тональный крем, чтобы немножко как-то выровнять тон лица, а то совсем, совсем печально. У меня, кстати, с ягодами, тут посмотрите, что вообще с ногтями. Блин, кошмар какой-то. Обычно я хожу очень долго. Месяц могу полтора ходить с ногтями. Наносить буду тональный крем Enough Collagen номер 13. Немножко и румяна 2 в одном, и румяна, и хайлайтер Диваш, брови, тонирующая тушь от Люкс Визаж. Видно, тут еще шелушенки, нос тоже облазит. Ну, лучше уже точно не получится.